Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Star. Переход из кораблекрушения в царство гигантов. У нас 313 день, не удивляйтесь. На самом деле я столько не прожил здесь. Это все проделки шайтана, блин. Потому что... Почему столько дней? На самом деле я прожил, 170 с чем-то там, по-моему, дней. И то большую часть я прожил в кораблекрушении. А здесь, почему у нас вот так вот сместилось? Ну, блин, вот такое происходит, если мы умираем в этом мире. Возрождаемся в мире Щебрикита, кораблекрушения. Я не понял, то ли зима, то ли... Подождите, или опять осень? Может быть, опять осень? Если осень, то нормально у нас к ней вообще все есть. Не, пчелы, пчелы красные. Весна, это я просто подмерзал из-за того, что... Из-за того, что у меня... как его называют? Намок. Весна, весна, похоже, очень все похоже на весну. Так, давайте изучим. Сделаем булыжников. Так, по-моему, 12 штук я смогу сделать. Но мне столько вроде бы не нужно. Так, 9. Давайте вот так вот, 10. И... А, 30 стен получится. Я думаю, вполне хватит. Или нет, или я ошибся. Да, 30 стен каменных вполне хватит для того, чтобы сделать загончик. Загончик сделаю где-нибудь вот в этом месте. Во-первых, чуть-чуть подальше от пчел хочу сделать. Я не знаю, пчелы, не помню, перелетают они стены или нет. Наверное, веточку я тебе дам. Не помню я, перелетают они или нет. И посмотрим, как у нас стенка сюда ставится. Сюда не очень хорошо ставится. Сюда вот отлично ставится. По-моему. Нет, 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 не положить. Короче, давайте как-то вот отсюда попробуем. Смогу я пробежать? Смогу. Так, а вот здесь вот как у нас? Я не знаю, сейчас из меня строитель... Хоть я и по образованию заканчивал строительный техникум, блин, строитель из меня никудышный. Пробежать могу, блин. Как же. Здесь с берегами немножко небольшие проблемы. Вплотную не ставится стенка. Так, давайте вот это выкопаем дело. Так. Просто как-то нужно умудриться поставить эти стеночки. Вплотную они не ставятся. Либо другое место выбрать, где, может быть, получше все это дело поставится. Вплотную не ставится, не ставится, не ставится. Тогда, ну, в баню. Короче, сейчас поставлю я просто квадрат, да и все сделаю. Так. Так. У нас еще 26 я потратил. Ну-ка, попробуем как-то сделать поровнее. Хотя бы небольшой загончик нам нужно сделать. Так. 15 штук осталось. Так. 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 Нормальный загончик получится. Более-менее нормальный. Так. Так. Не знаю, так. Ай-яй-яй-яй, блин, зачем ты увеличил? Так. Так.
И, по-моему, как раз 3. Да, осталось. Если что, заходить будем к ним. Просто ломать стенку и все. Ну, я думаю, они не выберутся отсюда. Я думаю, они отсюда не выберутся. Недалеко от нас будут. Правда, если придет какой-то из гигантов, он может тупо сломать их. Дудошка, куда, интересно? А, вечер. Вечер, спать легли? По-моему, они ночью ложатся спать. Я надеюсь, не выберутся. Если они выберутся, то это будет каранте. Так, дудошек посадили. Все, отлично. Давайте сопрем мед. Правда, сейчас... ладно, все. Пчелы, пчелы. Нет, за нами бегут. Бегут. Бегут, 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 бегут. Так. Все, от пчел избавились. Отлично. У нас есть мед. Будем варить кофе. Гниль, кстати... нам пригодится. Так, нужно выкопать вилами немножко дерн и поставим дерн кофейный. Где-нибудь даже здесь я это все сделаю. Ну, вулканический. Так. Это мы дело на топливо пустим. Вулканический, где у нас тут? Так, опять полнолуние, отлично, все видно зато. Так, нам нужно вот это. Стеночку я оставлю здесь, потом закупорим, если что. Не, это нам пока не нужно. Это я буду пробовать сажать шишки. Вот это, я так предполагаю, можно в пустыне попробовать посадить. Не знаю, получится или нет. Почему мы замерзаем? Неужели осень все-таки? Что за фигня-то? Ладно, посмотрим. Так. Слушайте, я замерзаю. Сильно замерзаю. Где костер? Блин, осень? Черт, я что-то... Я застилаю... Я не тем застилаю. Да, я опять тем же застилаю. Думаю, что за фигня, почему цвет не отличается. Кстати, может быть, и 4 хватит вполне. Так, раз, 2, 3, 4. Может быть, даже хватит. Так. Ай-я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 й. Стой. Слушайте, у меня большие сомнения по времени года. Все-таки сейчас. Все-таки сейчас. Не это как. Посадить. Посадить. Да, даже 4 дерна это много для 6 кустов. Тут 10 свободно можно насажать. Так, давайте это мы уберем. Это положим куда-нибудь сюда вот к топливу. Так, дальше. Так, это нам уже не нужно. Хотя как не нужно? Давайте все-таки... Как бы не перепутать эти все зерна. Сейчас посмотрим. Где-нибудь вот здесь вот посадим. Вон, яйцо уже отложили. Слушайте, а перо откуда-то там? Или это просто так выглядит этот? Ну, возможно, так просто выглядит. Именно гнездо. Так, и вот это нам нужно посадить. Да, все правильно, не перепутал я. Это как раз дерн джунглей. И посадим здесь деревья джунглей. Будет нам напоминание. Да, дудошки нормально застряли, сидят. Все отлично. Так, мы хотим кушать, нужно что-нибудь...
сварганить поесть. Ну, тефтельки. Как обычно, тефтельки. Самое простое. Так. Так, так. Мясо монстра. У меня очень много мяса монстра. Конечно, свиней сейчас будем все равно привлекать, чтобы забрать те шмотки, которые у нас остались там. Ну, вот так вот хватит, я думаю. Так, забираем. Это дело у нас тоже пойдет на топливо. А, что излишнего у меня? Так, это мне нужно с собой. Это мне больше не нужно. Это посадим. Оружие мне нужно с собой. Броньку, кстати, можно сразу пока одеть. И вот эта шапка, шапка мне нужна. Топорик. Давайте здесь оставим. Температура 17 градусов. Ну, если что, костер зажгем. Кирка у меня есть, нет. Нужно сделать, наверное, даже золотую кирку. Давайте сделаем золотую кирку. И возьмем с собой золото. Может быть, там в поросячьем магазине что-нибудь будет. Как у нас со светлячками? Так. По идее, каска там есть. Побежали, ладно. Побежали, наверное, к свиньям в деревню. Посмотрим, что там творится. Посмотрим. Сбегаем еще в пустыню. Можно было, конечно, сразу запрыгнуть. Я боюсь, что там еще много гончих осталось. Меня это довольно-таки сильно пугает. Ну, мы сейчас в броне. Я думаю, никто нас не убьет. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Так, собираем клыки. Здесь где-то еще бегают гончие по-любому. За мной в прошлой серии, когда я вернулся в этот мир. Во-первых, я, кто смотрел серию, видели, что я оказался там же, где и погиб, на том же месте. Кстати, что у нас здесь продается? О, перышки продаются. За сколько? 2 золота? За 5? За 5 перьев? Вы шутите? Так дешево? Да ладно, вообще. Давайте купим. Из этих перьев можно сделать офигенное оружие. И можно сделать этот. Что-то как-то читерно получается. Перья слишком дешево. За золото, там даже за дублоны. Дешево очень. Шестеренок нету. Перья. Перья. Их добыть довольно-таки сложно. Они добываются с этих... Так, ну свиньи, скорее всего, попрятались. Да, давайте попробуем все-таки забрать свой рюкзак. Посмотреть в червоточину, хотя бы прыгнем. И посмотрим, что там и как. Лед бы я добыл бы. Не знаю. Кучки маленькие, должны быть громадные. Яиц, вот помните, я говорил ну, в предыдущих сериях, где-то, наверное, позапрошлой, что вот на месте, где у нас были пингвины, там остаются яйца. Естественно, за столько времени они уже испортились. Наверное, клыки я пока здесь оставлю. Вот яйца я возьму. Из этих яиц в мире царства гигантов как раз делаются... как раз делается порох. Да, как раз здесь делается порох. В кораблекрушении я уже забыл, из чего там порох делается. Селитра. Селитра, уголь и что-то еще. Что-то довольно-таки ценное. Что именно, я почему-то забыл. Здесь делается вот именно... Нужно тухлое яйцо. А, и там тоже так же, по-моему. Все тоже так же. Точно так же. Так. Ставим костер. Ставим, блин, долбанный костер. Ставь.
Я просто хотел еще вот здесь вот собрать. Тут тоже рядом есть лед. И есть вот эти яйца. Так. Придется ночь нам здесь пережидать, потому что по-другому никак. Температура падает. Блин. Складывается такое ощущение, что сейчас осень. Температура очень сильно падает. 18, по-моему, нам хватит на порох. Блин, нам еще нужно вот это посадить. Попробую. Сейчас переждем ночь. Хотя, наверное, да, не буду стоять. Побежали все-таки. Я успею же добежать с факелом во время дождя. По-моему, должен успеть. До дома, во-первых, покушать. Я всего одну тюфтельку съел, маловато. И, во-вторых, у меня кокосы место занимают. Рюкзак я не стал делать пока. Так, погнали, погнали, погнали. Уже почти дошли. Где, где? Так, червоточина, нет. Прыгнуть в червоточину, она сразу переносит в пустыню. Попробуй там кокосы посадить. Так, кирка. Льда очень мало. Льда очень мало, нам нужно больше намного. Так, золото пока я скину. Перья пока оставлю. Офигеть. Перья, блин, офигеть. Что-то слишком дешево. Так, этот тут у нас нагадил. Двузонтик, кстати, нужно починить. Так, чиним. Сделаем покушать. Еще тефтелек. Льда мне нужно штук 50, чтобы сделать несколько, чтобы сделать несколько этих снежкометных машин. Так, поджигаем. Так, это дело мы оставим. Так, забыл удобрить кусты. Я так чувствую, будет офигенно здесь бегать под кофе, будет вообще просто жесть. Я смогу делать по два кофе. У нас 6 кустов, добавляем мед. Я думаю, это все дело работает так, как нужно. Селитры маловато, селитра нужна будет на... Пчелы хорошо добывают мед сейчас. Да, перо это просто так выглядит дело. Все. Сейчас главное нам не нарваться бы на этих. Слушайте, а здесь совсем другое. Здесь песка-то и нету в данном мире. Так, и где мы умерли? А умерли нам наверх. Здесь где-то есть ходячие эти. Энты бродят. Ну, кстати, веточки можно пособирать с травкой. Вот козы. Нужно будет убить. Мне от вольт козы нужно будет забрать. Да, здесь кокосы тупо некуда сажать. Нужно было... Блин, а вырыть? Так, подождите, если мы... Ну-ка, попробую. Если, к примеру, мы вырыем... Вот это вот. Вот так вот. Но тут каменная земля, а не песок. Сажается, смотрите-ка, сажается. Вот у нас и пальмы тут будут расти, значит. Отлично. Пускай растут. Так. Слышу собак. Барахлишко. Так, у нас, короче, тут чего только нету. Вот амулет я, кстати, как раз... Слушайте, а я оттуда взял амулет, наверное, да?
Холодный камень. Так, трава. Что у нас вообще здесь еще есть? Так, вот это мне нужно. Вот теперь нужно смотреть, что не особо нужно, что нам нужно. Так, вот это оставим здесь пока. Это тоже оставим здесь. Так, вот это нам нужно обязательно. Перо нам не нужно. Так, дрова. Ну, гниль, это, видимо, еда какая-то у меня тут испортилась. Мрамор. О, шестеренки даже остались. Гниль. Камни. Копье. Ну, основное барахло мы сгребли. Вот дерево я бы забрал бы еще. Остальное нам не особо нужно. Так, трость. Ну, кстати, можно будет еще что-то забрать. Например, мрамор. Зачем он только мне, я не помню. Пригодится. Можно мраморную броню делать. Ну, ладно. Так, куча клыков. Короче, чего только нету, да? Так, что, значит, чтобы поменять? Так, вот это мне не нужно. Подсветка у меня есть. Погнали посмотрим, кто его знает. Может, там все-таки собаки загрызли. Как бы запомнить, что у нас здесь лежат... кстати, у нас здесь стопроцентная каска лежит. Золото есть. Камушки. Камушки, да, есть куда положить. Оставлю пока. Заберем. Я не знаю, может, попозже заберем все это дело. Нужно запомнить, что... Вот где-то вот в этом месте у нас. Там, где куча грифов, это показывается... Ну, это у меня, наверное, сохранилось с того раза. Из-за того, что здесь... из-за того, что их здесь было очень много. Так как собак убивал у нас стеклополень. И... Вот видите, перьев дофигища осталось от этих... от грифов. По-моему, грифы, да, они называются. Циклополин нет, от него ничего я не вижу, никаких запчастей там. Даже если и глаз, по-моему, у него выпадает. Либо, я вот немножко запутался, я знаю, что либо зонтик, либо глаз выпадает. То есть каждый раз там меняли. Но ничего там не видать. Сюда нужно будет уже вернуться со свиньями и разнести... Разнести этих долбанных ой, собак. И нужно подумать о ловушках. Вот теперь не знаю, если опять осень, придет циклополень, куда его гнать-то? На болото? Свиньям жалко. Свиньям он разнесет все домики. У меня их не так много. Свиней. Он сломает все домики. Это будет жалко очень. Опять факел. Кстати, тоже можно выкинуть. Давайте вот это заберем потом. Потом видно будет. И все-таки нужно механизмы разобрать. Разобрать механизм, который я находил. Шестеренок. Может мне не хватить очень сильно. Выпадают в основном веточки из перекати поля. В основном выпадают веточки и выпадают трава. Иногда что-нибудь еще интересное выпадает. Немножко исследуем. Кстати, с тростью и под кофе, я так думаю, мы будем бегать очень быстро. Так, и где у нас червоточина? Я хочу вернуться. Давайте вот так вот пробежимся. Я хочу вернуться. Вернуться домой, выгрузить какие-то вещи. Травы, кстати, прилично. Можно будет сделать уже штук 10 ловушек. Ну, хотя бы гончие будут прибегать. Я думаю, нам это поможет. Эти ловушки.
День дудошки тут втыкают, пчелки собирают мед, все отлично. Пчелки злые, скорее всего, весна. Весна, это значит, к нам может прийти... Так, давайте вот эту шапочку выложим. Так, мрамор выкладываем. Золото выкладываем пока. Камень-грелка тоже пока выкладываем. Что из лишнего еще? Шапка явно нам, наверное, не понадобится уже. Так, дротик выкладываем. Дерево лишнее тоже пока выкладываем. Клыки. Кстати, дерево как раз не лишнее. Давайте сделаем все-таки несколько клыкастых ловушек. Хотя бы, я не знаю, там десяточек. Нам нужно много веревки. Так. Делаем веревочки. Зря я, наверное, так много наделал сейчас. Так, вот это пригодится нам. Броня. Броня есть. Кстати, броню можно вот сюда положить. Как раз буду скидывать. Хотя, блин, не знаю. Наверное, вот так вот. Мне кажется, у меня слишком много всего. А, да, две кирки золотых. Понятно, я подобрал уже. Так, дерево и зубы. Зубы сколько нам нужно? Нам нужно как одну скинуть. А вот 12 штук. 12 дерева, 12 веревок. Делаем клыкастые ловушки. Амулет давайте оставим здесь один. Я про них все равно забываю, блин. Так, ловушки, и будем где-то делать недалеко от базы площадку. В случае, если гончие, и плюс еще весной есть очень большой шанс, что придут. Будет очень веселое время. Какое именно, я вам пока не скажу. Если оно будет, вы увидите. Если нет, ну, все равно, когда-нибудь да увидите. Когда вот эти ловушки... Не босса, сразу скажу, не приход боссов, а немножко другое. Особенность весны есть. Тут такая. Очень веселое время, в которое можно сдохнуть очень быстро. Ну вот всего-то, блин, сколько? 13 ловушек сделали и всего такой маленький пятачок. На самом деле нам нужно раз в 5 больше. Уже и вот это может нам помочь. Даже, допустим, где-то вот здесь вот... А, есть хочу, блин. Чуть я проморгал этот момент. Кстати, мясо. Мясо уже приготовилось, высушилось. Вот, кстати, мы его можем менять опять же на золото. На золото мы можем закупаться в поросячьем магазине. Либо мы можем... Так, возьмем немножко дерева. Я зря, конечно, топлю этим делом. Так, давайте сделаем... Блин, такое большое желание снести... я не помню, холодильник, по-моему, нужно снести. Так, что я ложил куда? Забыл. А вот, все. Снести холодильник, поставить его ближе к котлу. Так, ну давай, блин, долго готовишься, долго. Так. Так. Ай-яй-яй, ударили, все равно ударили. Ну я стырил мед. Весной они хорошо его добывают, в больших количествах. Просто в огромных. Ну, кстати, здесь у нас... Поблизости еще есть лед. Лед можно использовать в качестве еды. Ну, это как и в кораблекрушении. Можно также, нужно даже
можно сказать, даже нужно. Из него... делать снежкометные машины. Где у меня это? Кстати, можно, может, убьем ее? А, ладно, все, она ушла. Снежкометные машины. На них, кстати, нужны шестеренки. По две шестеренки, по-моему, если я не ошибаюсь. Так. Все-таки получается у меня как-то встать между этими. Так. Положим это. Давайте, ладно, лед. Лед положим. Приготовим еще. Снежкометная машина. Из чего она там делается? Шестеренки. Две шестеренки, 15 льда. Ну еще, блин, вот эти вот золотые фиговины. Ближе к лету нам это все дело нужно будет сделать обязательно. Вот шестеренки у меня здесь есть. Здесь шестеренок у меня нет. Поэтому хотя бы на две машины нужно здесь оставить. Да, весна, весна по всем признакам, это весна. Кстати, пока мы тут бегаем, может быть, я не знаю, собирать дублоны, здесь они бесполезны, потому что, ну, свинячий магазин я переделал под золото. Ну, можно будет отключать, включать настройки, я не знаю, заново. Так, чем сейчас займемся? Пойдем разберем несколько механизмов. Шляпусник я не смогу сделать, потому что весной кролики... насколько мне известно, пропадают. Так, свиньи здесь, перейти сюда мы не сможем. И вот все-таки вот этот вот островок, вот здесь, наверное, переход я все-таки пропустил, как-то не дошел. Наверное, вот здесь, и вот где-то вот он вот здесь. Вот, здесь пауки и еще прочее, всякая фигня. К весне. К весне, к битве с боссом мне... Ну, сильно готовиться не нужно. По идее, я его там уткнулось. Не особо он сложный. При борьбе с ним один только минус, что он выбивает то, что в руках. Такая вот у него неприятная атака. Но в то же время я в любом случае буду дожидаться, когда он снесет свое адское яйцо, из которого вылупится... Ну, по крайней мере, можно дождаться, чтобы он его снес, главное, а потом его буду убивать. Потому что я хочу, чтобы вывелись лусята и убить их. Хотя у нас есть перья, вот такие вот. Я их купил в просячем магазине, поэтому... Ну, все равно перьев больше, больше перьев, это легче летом. Ну, еще и оружие можно там делать мудреное. Сейчас посмотрим. Вот такой вот ветродуй. Блин, опять шестеренки нужны. Ё-моё, шестеренки жалко. И нужно урок вольт-козы. И аж 10 перьев нужно на это оружие. Вот как раз нужно будет повыбивать. Опять перьев нужно на роскошный веер. Вот так вот. Поэтому пойдемте убьем механизмы. Так вот, механизмы у нас были... Где-то в этой стороне. Где, я нифига не помню. Мы как раз мимо них проводили циклоп оленя. Черт, а где они? Вот где-то, мне кажется, вот в этом месте. Где-то здесь. Он даже зацепил коня, но он его не убил. Вот мы вели вот так вот циклоп оленя. Где-то здесь. Но я знаю, что еще вот здесь вот точно есть механизмы, поэтому побежали в ту сторону, хотя бы набьем себе еще вот этих шестеренок. Они нам нужны. Ну и в этой стороне опять же лед есть. Только я не поменял рюкзак. Очень плохо. Весна. Весна, блин, такой короткий день. Что-то как-то... блин, все, мне кажется, перепутался к чертям собачьим, поэтому немножко непонятно.
Но лед не тает. Ну, он и не будет. Он вообще-то еще одна стадия, по-моему, льда. Он должен быть поменьше, из него вообще будет один лед выпадать. Так, погнали. Погнали, нас заметили, погнали. Собаки, опять? Да вы что, шутите? Ну, давайте тогда собака как раз с механизмами стравим. Я не помню, я убил там энта, который вылез. Кстати, нужно травки опять собирать побольше. И по-хорошему к лету траву пересадить. Поближе к нам хотя бы небольшую кучку. Механизмы остались, нет? Остались мало. Остались кони. Остались кони. Блин, собак-то сколько, а? Энта я, по-моему, тут убил. Да, энта я здесь убил. Ну, сейчас птичка нам поможет. Я думаю, кони нам помогут. Да, вон они там между собой дерутся. Одеваем вот это. Одеваем это. И одеваем это. А, все. Все. Готово. Убили. Убили. Я не понял, они там что, всех поубивали? Да, разобрали коня. Разобрали коней. Одного коня, а где второй? Так, пошли, отведем их птичкам. Они нам помогут. Видишь, может еще убьют там одну-две птички. Карта у меня закрыта. Где птички? Вот птички. Вот они, птички. Они нам помогут, по крайней мере. И странно, почему я не наедаюсь нормально, а? Так. Ой-ой-ой, хороший, кстати, шлем. Вообще офигенный. Делается из рога водяного бифала. Вообще офигенная вещь. Можно сказать, что броня... О! Заморозили. Я пока тут... Ай-яй-яй-яй! Я соберу, я только собрать. Не трогайте меня, пожалуйста. Так, а у меня шлем остался. Каска осталась там. Ладно, подавитесь своим. Не нужно мне больше. Шлем у меня остался в рюкзаке. Нужно забрать. Кстати, заправить. Блин, зря я его тут оставляю. Слушайте, а где еще были шестеренки? Бабочки. Кстати, а красные грибы? Я вот не помню, они когда? Днем или когда? Красные грибы. Вот сейчас, если из бабочек и красных грибов, можно сделать интересную еду. Если я, конечно, не напутаю рецепт. Красные грибы. Растут. Это вот какие? Красные грибы. Красные грибы. Ну, давайте выкопаем. Мне нужны именно красные грибы. Сделаем покушать интересную вещицу. Слушайте, а шестеренок мало. Там было два коня. Одного убили, понятно. Шестеренки я взял. А где еще один конь? Не буду я выращивать, съем. Просто съем. Пока есть такая возможность забрать. Наверное, убили все-таки одну птицу. Где еще один? Где запчасти еще от одного коня? Собаки не могли съесть от него шестеренки. Есть вероятность, что он куда-то сюда отбежал. А где? Где? Блин. Из них, по-моему, по две шестеренки выпадает. Так, ну, веточек я уже много насобирал. Мне нужна трава. Не вижу. Нифига я шестеренки. Так, пчелы. Кстати, тоже пчелы можно еще улей сделать.
будет еще больше меда. Пчелы летом тоже собирают. Летом на базе нормально находиться. Вообще самый простой вариант летом на базе находиться, снежкометную машину если поставить, то все окей. Слушайте, кучка выросла. Больше стало. Больше они становятся только к осени. О, не, мод я не буду устанавливать на время года, ну, не знаю, будем так гадать. В принципе, я готов, пускай весна, пускай зима, мне по барабану даже лето. Вообще, пофигу. Ну, я не знаю, золото захвачу. Конечно, у меня тут золота много. Тут золота вообще очень много. В мире царства гигантов. Кто-то, я слышал, говорят, типа, ой, золото конечный вариант. Нифига подобного. Опять же, повторюсь, золото тут добывается. Даешь сушеное мясо королю свиней. Даже монстр мясо сушеное. И он тебе дает золото. Вы и так тут много можно накопать. А у нас нету сачка, да? Нет, сачка нету. Можно было половить светлячков немножко. О, клыкастые ловушки. Можно, кстати, еще поставить. О, кофе. Кофе созревает, кстати. Ну и давайте попробуем приготовить. Есть такое блюдо, называется маффин из бабочек. По-моему, называется он. Да, по-моему, так он называется. Если не ошибаюсь, один из рецептов как раз две бабочки и два красных гриба. По-моему, так это называется. Так, что мы тут набрали лишнего? Набрали кучу камней. Пригодятся. Будем, может, стены делать. Так, золото скидываем. Клыки скидываем. Так, это дело в холодильник. Это тоже в холодильник. О, это, кстати, можно сушить, повесить. Дудошки у нас рядом, развивается. Вон, птенец уже вылупился. Кстати, перо от гнезда теперь остается. Я вот не понял, перо почему-то валяется. Да, получился у нас маффин из бабочек. Сейчас я приближу, сделаю поближе. Вот так вот он выглядит. Показатели. Ну, так он не особо сытный, но прикольная просто штучка. Не знаю, блин, опять придется лед немножко потратить. Льда, кстати, на две снежкометные машины я уже насобирал. Как у вас тут с медом? Давайте я вас украду. Не успели ударить. Всего один украл. Ну, все равно. Сейчас они добудут еще. Так, вот отсюда убираем эти цветочки. Они тут нафиг не нужны. Так. Кыш, пчелы. Нет. Не трогайте меня. Маффин из бабочек мы сделали. Кофе почти все созрело. Я дождусь, когда еще одно созреет. Черт, пчелы, что вы тут делаете? Вы мне это. Вот она за мной бежит, по-моему. Да, за мной бежит. Бежит за мной. Придется. Вот минус ули, которые рядом с тобой. Точно, вот они пчелы тут тусуются. Рядом с тобой. Им сволочам не хватает. Там. У них же есть эти. Как их называют? Цветочков. Много у них цветочков, они ко мне лезут. Ладно, на этом я серию заканчиваю. В принципе, ну, обустраивали немножко базу. Сделали маффин из бабочек. Из бабочек, блин. Все. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.